Привет и добро пожаловать на новый репортаж из Dota 2. Сегодня мы обратим внимание на события, которые происходят в игре на ее самых ранних этапах. И один из моих любимых моментов — борьба за первую руну на реке. Хорошо, посмотрим. Я схожу проверю. Я схожу чекну руну на топе. Вот и все. Пока. Похоже, Феникс блочит крипов. Проворный чертяка, не так ли? Я вот этого и научился, наблюдая за хорошими игроками. И я повторяю за ними. Хотя я не всегда понимаю, что и зачем они это делают. Но я все равно повторяю за ними, ведь им виднее. Хорошо, пойдемте в лес. Нигма идет в лес. Неважно. Настало время. Микроконтроля. О нет, ты ранен, отойди. Микроконтроль. Ладно, пора убить Клярити. Эй, что ты делаешь? Вернись в сражение. Мою Клярити. Проклятие. Как еще тут можно напортачить? О, нет! Я бы поел сейчас планктона. Первая кровь. Верно подмечено. Первая кровь. Да, первая кровь. Теперь возлагаем большие надежды на остаток этой игры. Несомненно, сегодня все сложится в нашу пользу. О боже, мы только что дали ФБ. Теперь я раньше времени потерял какую-либо надежду в этой игре. Возможно, нам стоит сдаться прямо сейчас. Разве что. Нам больше негде налажать. Верно? Да, мой первый ласт-хит.